Добрый вечер всем. Вот пришла очередная посылка из Японии. В ней единственный телефон, который я очень долго искал. Именно эту версию. Только почему-то вот он без коробки, когда я смотрел, было написано, что он новый. Я надеялся, что будет коробка, но коробки нету. Телефон Бальмуда. Но это необычная версия А101АХ, какая-то там. Ну вот написано было, что он новый. Состояние его у меня. Пожалуйста. Защитная пленочка на нем. Сейчас включить попробуем. Включился. Сейчас посмотрим. Потом сниму видео, сравню версии эту и другого телефона. Чем они отличаются? Что в них есть такого особенного? Заказывайте в самокате подборки «Выгодная полка». Доставка бесплатна. Самокат без лишних трат. Это просто космос. Когда вы пробуете вкус ветчины со свиным окороком собственных ферм Черкизова. Окажитесь во вселенной вкуса. Космически вкусно. Черкизова. Ну, зарядки довольно-таки много на нем. Батарея 98,4%. Сейчас посмотрим состояние. Батарейки 100%. Очень хорошо. Сейчас посмотрим версию. Вот модель H01A, 12 Android. Дело в том, что вот этот телефон можно обновлять без, как сказать-то, без VPN обновляется. Но так как у него уже 12 версия, то то получается, что уже попробовать не получится. Вот он что-то нашел, что-то делает, обновление. Ну, а так, в принципе, телефон хороший. Сейчас посмотрим. Все, будем разбираться и потом сравним. Но тут вот сразу видно, что у него нету приложения от Софтбанка, как на А101. Вот. Сегодня поставлю в него сим-карту и будем пробовать смотреть его, что это за телефон такой. Долго я его искал, чтобы купить, чтобы он мне обошелся недорого. А так они, эта версия очень дорогая. Дороже, чем А101. Вот. Ладно, оставим его коим. Есть у меня два телефона версии А101.
которые приехали давно, которые лежат. Вот один. И вот второй. Их я хотел бы продать. Оба телефона. Как показать-то? Так. Довольно-таки в хорошем состоянии. На дисплеях у них пленка защитная. Вот один телефон, у которого состояние батареи 90%. Вот. Это один. И вот второй. Сейчас я чехол сниму с этого. Это наклеивают продавцы сами, чтобы, если что-то случится с телефоном, можно было вернуть ему обратно. Вот, у него батарея. Проблем с батареей нету. То есть вот, можно выбрать этот, можно выбрать этот. Два телефона черненькие, но отличаются этой наклейкой. У второго нету ее. Если будут желающие, пишу, я оставлю номер для связи. И можете писать. Вот, кстати, на нем видно софтбанковские приложения. Вот один, два, три, четыре. То есть в том телефоне их нету. Вот. Хочу предложить также еще, которые телефоны можно заказать, которыми я сам пользуюсь. Это Sharp Sense 7. Очень хорошие телефоны. Мне нравятся. Они без... Эти, это не операторские модель. Вот. Он стоит, ну, где-то около 30 получится, наверное. Но хороший телефончик, мне нравится. Вот я уже им пользуюсь больше полгода. Очень хороший. И есть Sense Plus. Тоже очень хороший, шустрый телефон. На нем уже 13 Android стоит. Вот название. Sense Plus. Вот. Их можно заказать. Мне оба телефона нравятся. Квазер у него есть. Звук громкий. Этот стерео телефон. Вот. Если будет желание, можете также написать в WhatsApp и можно заказать. Очень хорошие телефоны.
Сейчас еще появилась восьмерка, но восьмерку тоже можно заказать, но она намного дороже, чем эти обойдутся. Вот, то есть эти телефоны можно заказать два, а эти телефоны можно приобрести. Вот один и второй. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Возможно, будет еще что-то интересного. Как сказал, запишу видео с этим телефоном, который приехал сегодня. Сравним его с этими. Чем они отличаются. И выложим в интернете. На ютубе опять уже. Все, всем спасибо. До свидания.